Наша команда под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ номер один Романа Аганьяна вышла из своей группы, обыграв команды Республик Калмыкия, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. А в игре за попадание в финал уступила спортсменам из Чечни. По итогам этапа первое место за командой из Краснодара, второе у Чеченской Республики. Бронзовыми призерами стали ребята из Северной Осетии. На четвертом месте команда нашего города-курорта. Всем участникам финальных сражений на стадионе «Спартак» достались подарки от партнеров и спонсоров соревнований. Победители турнира «Кожаный мяч» в Анапе, команда из Краснодара, теперь готовятся к всероссийским финалам. Поздравляем победителей!